Доброе время суток, с вами Виктор Дублин, 25 ноября 2019 года. Вот, как видим, с утра почти до 11 часов я уже разогрел камин и вот шкаф до 50 градусов. Теперь вот привезенные 10 литров воды кипячу в чайнике вот здесь, но предварительно все яблоки, вот эти мелкие, видим, по ним мыши ходили, поэтому, соответственно, помыл вот так их хорошо с мылом. И теперь вот таким образом ополаскиваем яблоки. И теперь их можно и кушать, и резать для сушки, чем я, собственно говоря, сейчас после завтрака и займусь. Сейчас вот подогрею кашку себе здесь, позавтракаю наконец с 4 часов, начиная, сидел за компьютером, и начну резать вот эти яблоки, расстелю вот фольгу здесь сложенную на поддоны, и начнется сушка. Так что остается пока пожелать мне приятного аппетита. Сейчас мы покушаем вот этими яблочками, только что кипятком, которые сполоснул. Видим, на них уже нет мыльного осадка. И начну резать яблоки для сушки, поскольку вот эти мелкие, они неплохо хранятся, ну и, соответственно, мелкие. Всего вам доброго.